Носителю имени не придется заставлять трудиться. Про таких людей часто говорят, что они не от мира сего из-за склонности к фантазиям и душевной доброте. Если родные и близкие ударяют и издают звонкую букву «Б», называя владельца полным именем, то это считается признаком большого авторитета в семье, также значит потребность человека в острых ощущениях. Некоторая отрешенность и неуверенность заключенной буквы «И» мешает быстро принимать решения и замедляет реакцию. Людям с этим именем сложно выстраивать личные отношения, несмотря на искреннее чувство любви. Чтобы полностью удовлетворить свои желания, носителю этого имени необходимо найти занятие, соответствующее его характеру. Буквенное значение имени во главе с буквой «А» означает силу духа и стремление к успеху во всех сферах жизни. Звучание буквы «С» не вызывает раздражения. Буква «С» в этом имени означает здравый смысл. Владельцы этого имени будут постоянно встречаться со многими трудными ситуациями и горькими переживаниями, которые они притягивают как магнит и сами подсознательно провоцируют. Иногда эти люди боязливы к совершению поступков, которые напрямую повлияют только на их будущее. Буква «С» в имени говорит прежде всего о стремлении к стабильности и материальной обеспеченности. Эти люди обладают проницательностью и живым умом. И еще он обладает прекрасным чувством гармонии. Владельцы этого имени будут проявлять во всем инициативу и не любят рутину. Там, где другие 10 раз свернули бы себе шею, владельцу этого имени повезет. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.